Данное объявление спонсировано фондом наследия гольфа. Привет, я Джи-Ди Бэт Симмонс, член и председатель загородного клуба «Мелководный ручей» в Алабаме. Последнее время нас выставляют в несколько негативном свете. Ассоциация гольфа запретила нам проводить чемпионат, потому что у нас нет чернокожих членов. И все обвинения в наш адрес — это результат недопонимания. Как видите, в нашем клубе всегда есть место для черных, пока не заняли только одно из них. Гольф всегда был игрой для белых. Он был изобретен белым человеком в Шотландии 200 лет назад. И если бы Бог хотел, чтобы черные играли в гольф, он бы не сделал его дорогим. Оставьте нам нашу игру. В конце концов, мы не жаловались, когда негры захватили баскетбол. Некоторые клубы уже допускают черных к игре, и результат довольно тревожный. Вот фильм, снятый во время поездки в некогда исключительно белый клуб недалеко от Атланты. Не так ли? И если вы солидарны с нашими взглядами и согласны, что наследие великой игры в гольф должно быть сохранено, пишите нам в фонд наследия гольфа. Мы отправим вам нашу наклейку на бампер. Мы не употребляем нашу траву, мы играем на ней. Спасибо.